Всем привет, мои хорошие, с вами Светлана, и сегодня у нас розыгрыш тадам вот такого вот бьюти-бокса. А розыгрыш приурочен к тому, что у нас уже с вами 15 тысяч, и я хотела вас поблагодарить за это. Спасибо вам огромное за обратную связь, она всегда очень для меня важна и ценна. Я люблю с вами общаться, набираться опыта, чем-то полезно я вам, чем-то полезны вы мне. Поэтому я стараюсь сейчас почаще делать для вас такие вот бьюти-боксики. Сейчас покажу вам наполнение, разберем по каждому продукту и подробно опишу условия розыгрыша. Вот так выглядит коробочка. Сейчас мы ее с вами откроем. И вот такое у нас здесь с вами наполнение. Там еще внутри тканевые масочки. Сейчас по каждому продукту отдельно расскажу. Здесь у нас две тканевые маски от Avon. Первая антиэйдж, вот такая вот золотистая из серии InU. Максимальная молодость. Вторая тоже недавняя новиночка от InU. Здесь нужно вот так вот сгинать ее, чтобы сама маска тканевая смешалась с сывороткой, да, и потом применять. Так, дальше. От Avon вот такой вот аромат Mesmerize отправляется к вам. Дальше два корейских продукта. Первая это сыворотка от бренда Benton. Классный бренд, кстати, который выпускает гипоаллергенную косметику. Здесь сыворотка, сейчас покажу вам, как она выглядит. Вот так она выглядит. Вот такой вот флакончик, довольно большой, с удобным дозатором. Она здесь запечатана у нас, да? Так, сыворотка. Дальше кремушек корейский от бренда, девчонки, Джамису. Тоже классный, довольно популярный корейский бренд. Здесь на обоих продуктах ни слова по-русски, поэтому я вам рассказываю. Значит, это сыворотка, запомните. Значит, это крем. Крем классный. Здесь внутри крем и ложечка. Да, корейцы, они такие щепетильно к своей коже относятся, поэтому, чтобы руками в банку не лезть, здесь внутри ложечка. Я ее уже полапала. Обработайте тогда хорошо, чтобы показать вам, да, что здесь внутри. Так, дальше от Avon вот такое вот молочко 0+. Детская линейка. Мне очень, кстати, нравится эта линейка в Avon, Avon Kea Baby. С классной одушкой, такой чистоты. Пригодится всегда. Сейчас кожа сохнет дико и себе, и может у кого детки есть. От Yves Rocher, девчонки, вот такая мицеллярочка с василечком. Гипоаллергенный уход за глазками. Мне очень нравится, кстати, эта мицеллярка. Она вообще не щиплет глазки. Классно. Так, от Yves Rocher еще вот такой гель для душа манго и кориандр. Он, наверное, один из моих любимых, на втором месте после кофе. В Yves Rocher аромат обалденный. Сюда же. От Faberlic, девчонки, парфюмированный дейзик. Вот такой дезирабль. Сейчас довольно популярный аромат на зиму. Он такой сладкий, немножко может кому-то приторным показаться, но на зиму вообще классно заходит. Так, и что у нас еще? Два антисептика. Один антисептик для рук от Faberlic. Все запечатанное, девчонки. Зафольгированная. И антисептик, вот такой вот маленький, удобно в сумочку положить от Mixit. Гель для рук антисептик. Таких продуктов сейчас мало не бывает, да, в период пандемии, поэтому вот так. Вот такая коробочка отправится кому-то из вас, а теперь про условия. Девчонки, конкурс будет опять для России, потому что сейчас пандемия и многие границы закрыты. Не могу разделять по странам, да, там половина участвует, половина нет, это тоже будет нечестно. Поэтому пока участвует Россия, что нам нужно сделать для того, чтобы участвовать? Быть подписчиком моего канала, это раз. Сделать репост данного видео в социальную сеть, в любую, Одноклассники, Контакт, Facebook. В Инстаграм нет, потому что в Инстаграм репост видео не сделаешь, да? Как сделать репост, я прикреплю вам вот здесь сбоку, потому что в прошлый раз у многих девчонок были вопросы, что такое репост. Это вот стрелочка под видео, где написано слово «поделиться», да? Вот тут вот прям покажу вам. Делайте репост на свою стену в социальную сеть. Копируйте ссылку на этот репост. То есть вы сделали репост в социальную сеть, у вас этот пост с вот этим видеороликом висит на вашей стене. И вверху там есть или сбоку, вверху три точечки. Да, туда нажимаем, и будет там скопировать ссылку. Копируем ссылку на этот пост и вставляем ее в комментарии под это видео. Да? Слово «участвую» и ссылочку на репост этого видео. Репост-пост уже, господи. Вот. Значит, быть подписчиком моего канала, но я все условия еще подробно пропишу под видео в комментарии прикрепленном. Подписчиком моего канала. И, девчонки, самый главный момент, в прошлый раз были прям загвоздки с этим, очень у многих были закрыты страницы. Обязательно страница должна быть открытая, которую вы делаете репост, иначе я не смогу проверить. И обязательно должны быть открыты подписки на YouTube-канале, потому что тоже может быть ваш канал закрыт. Да, ваша YouTube-страница. И я не смогу проверить, подписаны вы на меня или нет. Ну, вот, в принципе, все.
Да? Подробные условия я обязательно пропишу в прикрепленном сообщении, да, если вдруг что-то забыл сказать. А так все, в принципе, как и в прошлый раз, все понятно, все доступно. Ну вот и все, мои хорошие. Вот такой бьюти-бокс отправится к кому-то из вас. Я желаю всем искренней удачи. И мы с вами через 10 дней, то есть 31 января, в прямом эфире. Обязательно в прямом, потому что я не люблю вот эти вот розыгрыши за кадром, потому что можно смухлевать. Мы с вами в прямом эфире вместе определим победителя. Обязательно открывайте свои страницы и YouTube-канал, да, чтобы можно было посмотреть, чтобы не было загвоздок, как в прошлый раз. Мы, наверное, только с 7-го раза выбрали победителя. Все, всех люблю, целую, всем удачи.